София сегодня первый день была в школе в новой отеса. Ну-ка, бану, мука, да, удиба. Окей, гипода, кабани, дуко. Ва, очень день, не, отеса, где? Чего са? 그래. 특별하게 뭐 바뀐 게 없어? 따로 바뀐 건 없고 뭔가 더 모르겠어. 모르겠어. 근데 오늘은 вон там школа, Софина. Она пешком сейчас топала домой, а я пришла сюда встречать Ангелину. Теперь она на автобусе у нас приезжает. Раньше я ее забирала на машине сама, а теперь она приезжает на автобусе. Вот. Поэтому я шла встречать Ангелину, встретила по дороге Софию. Вот мы стоим вместе, ждем. Сейчас Ангелина. Ангелина тоже первый раз в жизни на автобусе приедет. Так давно она мечтала. Мне, в принципе, не сложно было ее на машине забирать. Но она мечтала, чтобы как все, чтобы с друзьями, на автобусе. Поэтому вот у нас начало учебного года сегодня, первый день. В России начинается с 1 сентября учебный год, а в Корее со 2 марта. Там с 1, 2, 3, как выпадет. В общем, с марта начинается учебный год. И сегодня вот у нас такие изменения. Такая потрясающая погода, невероятная красота просто. Очень тепло, и воздух такой кристально чистый. Телефон, кабан, А, кня сори мана нульменде. Креса суопте кня поменандего. Так, по-моему, наша едет Питя там. Желтенький автобусик. Хотя тут не только наш садик, много всяких развозят. Но мне кажется, это Ангелина. Да-да-да, это наш садик. Чемити. С утра мы ее провожали уже на автобус. Анджелина! Здравствуйте! Анджелина, хотя! Здравствуйте! О, иго! Инсаго, Анджелина! Анджелина, инсаго, инсаго! Чинчинь, обслужка. Анджелина, вот ты со? Басы там где Джейми и со? Чува? Кисок басы такое? Ома, ома, ты легал камень, он кисок басы рогал коя? Кисок басы рогал коя? Анджелина, пан, уже улагатте, кирин чубан. Кирин. Кирин чубан дорогатся? Так осо, ури эдрин джи, мичигита. Так осо, дульта. Отоке. Тик-так, ходики, пролетают годики. Да, и я начала говорить, что мы утром ее провожали на автобус, и там их такие у них на сиденьях в автобусе специальные крепления. Это не детские кресла, а такие, знаете, ремни безопасности, но они прям такие реально очень замудренные. И вот их там сначала всех пристегивают. В общем, безопасность на первом месте. Потому что родители, конечно, переживают. Все в первую очередь смотрят сначала на безопасность, а потом уже на все остальное. Что вы там болтаете?
안젤리나 새로운 친구 생겼어? 아니. 아직이야? 한비 씨하고 같은 반대인데. 아, 한비 오늘 안 왔었어? 아니, 왔어. 왔어? 같이 놀았어? 어. 그럼 대체 뭘? 네가 제일 좋아하는 한비 씨. 뭐 선물 받았대. 누가 줬어? 어, 신다운. 그게 누구야? 어, 몰라. 잊혀졌네. 그리고 중학교는 또 바뀐 게 원래 초등학교는 5교시, 6교시였는데 6교시가 제일 많은 거였는데 이제는 중학교는 7교시까지 있어. 4시 40분. 너 음악 하고 있는 거 아니야? 나 이거 옷 갈아입고 가려고. 아, 너무 불편했어. 불편해? Вот такой небольшой бложечек получился. Всем пока, всех люблю.